четвертая. Я смотри. Ого! Ого! Смотри, ни хрена себе, вот тут надо прыгать. Ну 110 только сейчас. Что ж тут 3 секунды. Вот так вот работает Ford Mondeo 2004 года, 2.0 TDCi, после замены мультипликаторов в форсунках. Вот. Едет, блин. Ну это надо было когда в гору ехать. Да, нормально. Расход, надо заправиться чуть, конечно, уже заехать. Да. Машинка, конечно, шестиступочка. Отлично, хороший дизайн. Да. Так что ставьте оригинальный фильтр, меняйте вовремя эти же фильтра. Вот, и обслуживайте вовремя топливную аппаратуру, все будет good. И у него еще вот эти вот фонари еще поменяет. Свет, вот, свет. Вот, да, вот эти фонари, которые внизу, смотри, против противотуманки, да? Видишь, как добавляет? Очень хорошо добавляет. Жирное стекло. Слушай, ну Николаев тоже такой город, да? То есть... Вот мы уже, вот протяженность здесь 3 километра, этот Матвей. Она вот туда еще 3 километра. Матвеевка, да? Дороги лучше, чем по городу Николаева. Не, вот чуть-чуть шифер есть, конечно. Только сзади подстукивает. Тут большой спуск. Что-то подстукивает это впереди. Вода. Слышишь, да? Вот видишь, купол цепь. Видишь, она со всех краев видна. А куда дорога эта идет дальше? Никуда, это Матвеевка. Тупик, там тупик? Да. Там только там, выезд, только назад. Там дача еще есть. Но выезд только назад, да, Николаев. Да, только там, другой дороги нету. Нет. Мостов никаких ничего нет. Хотели строить объездную на этот самый, на Одессу, чтобы разгрузить город. Mm-hmm. Хотели вот тут за нами сделать этот мост японцы. Японцы? Да, они уже подписали. Не дали? Не дали. Они уже техники пригнали, все, это при Януковиче. А потом эти барбосы пришли и все. Видишь, немножко разгорелся. За Якуновича. То есть за Якубовича. То есть за Януковича. Ну при нем-то более-менее. Хотя бы. Видишь, как тоже человек, я даже не знаю, как это, такая церковь прикольная здесь. Слушай, она мощная. Она большая. Так она строит. Украинского патриархата. Ну, московского времени. Была московская. Московская. Да. Стала УПЦ, да? Украинская. Она, да. Она строилась еще при Екатерине. Это ж в честь Николая она назвала город Святого Николая. А строилась в 1789 году, но Матвеевка уже была. Ну, прет, конечно. Я бы добавил масочку туда еще. Вообще, она так прет. Добавил масло. Я думаю, будет очень добавить. Двухтактного, 1% от залива. Ну это сейчас еще свет не включили, а так у нас все фонари горят здесь по улице. Там у нас везде заасфальтирована школа очень огромная. Тут пятиэтажки, это завод, когда работал, мы с отцом, у нас как завод открылся, папа пошел первый работать на завод, потом ну, мама туда же пришла, потом я, брат, я с армии пришел тоже на завод. А завод как называется? Силикатных изделий. Так это вот эти все дома здесь, обслуживание на заводе, да? Какой-то ПЗ, типа в Южном, да? Люди, которые работают на заводе. Самый крупный завод в Украине был. Силикатный, да? Да. Выпускали силикатный кирпич и газобетон, пеноблок назывался. Закрыли? Растащили, разграбили, разбили, разломали, порезали на металл, все. Жесть. Вот это вот заканчивается, вот тут гаражи у них, такой, ну, Матвеевка, да? Да. Вот это и вся Матвеевка идет вдоль реки. Да. Такой, ему надо дать по шее, чтобы он заехал до кума, чтобы потряс ходов, посмотрел, поменять все. Да по ходовке так, справа и... постукивается. Да, да, да. Спереди и сзади. То есть прет справа. Ух, капец, аж вжимает. Мне вот это вообще так нравится. Вот это конец. Здесь сейчас пришел. Аккуратно, ты так. Здесь был завод.